Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и я продолжаю снимать видео прохождение по игре «Дом тысячи дверей. Змеиное пламя». Я так понимаю, мы с вами приблизились к финалу, это пятое заключительное видео по основной игре. Собственно говоря, давайте наконец-то восстановим мир на планете Земля. Нажимаем «Игра». Всем приятного просмотра. Да, пройти основную игру. Почему я говорю, что это заключительная часть? Ну, в предыдущих сериях мы с вами уже, во-первых, побывали в трех мирах, в трех порталах. И также хочу отметить, что у нас с вами к восстановлению вот этого вот механизма всего 4 элемента. То есть, я так понимаю, огонь, воздух, вода и, скорее всего, сейчас будет земля. Кстати, прохождение можно заглянуть и посмотреть. Да, земля. И земля. Поэтому я так понимаю, что это все-таки заключительное видео. Может быть, после того, как мы все это восстановим, у нас с вами еще какое-то прохождение чего-то будет. Вот, но тогда это не заключительное видео по основной игре. Ну, вот все-таки я почему-то думаю, что на данный момент это заключительное. Потом только бонусная часть. Вот, ну что, давайте все-таки... Кстати, а тут призрачный объект был. Вот он, призрачный объект. Я его чуть не пропустила. Голова дракона. Кстати, есть у меня ощущение, что я нажимала на эту голову как минимум в первом видео по игре «Дом тысячи дверей. Змеиное пламя», но ничего, ни к чему это не приводило. Вот сейчас, видите, вот нажала и сработала. Итак, ну что, давайте откроем следующий с вами портал. Что-то тут такое, видимо, совсем древнее. Какой-то вулкан, я не знаю, что это такое. Волны. Не знаю, не буду загадывать. Давайте посмотрим. Следующий портал движется к нам, как в мультике «Корпорация монстров». Но открывается она совершенно по-иному. Да, все открыто. Ныряем. Вау! Где это мы? Какой-то старец тут. Вдалеке какой-то кораблик, я не знаю, ковчег какой-то. Так, что это такое? О, должно быть, ты одна из этих людей с неба. Ты опоздала. Все твои друзья уже покинули гору. И все мои тоже. Видишь на горизонте ковчеги? Светлые завещали строить эти корабли. Все люди из моего селения спаслись или спасаются на них. Я уходил с горы одним из последних, но вода выбросила мою лодку обратно на берег. Теперь лодка разбита. А я обречен. Помоги мне, молю. На ковчеге моя семья. Возьми этот светящийся камень. Наверное, кто-то из светлых обронил его. Возможно, тебе этот реликт пригодится. Кристалл. Какой-то странный кристалл. Лодка старика разбита, и теперь он не может доплыть до ковчега. Потоп. Куда же я попала? Или правильно спросить, в какое время? Тут повсюду вода, суши практически не осталось. Прямо какой-то всемирный потоп. На берегу я встретил немолодого мужчину, и он сказал, что светлые наставники перед уходом завещали людям строить ковчеги для спасения от наводнения. Все жители его деревни уже на корабле, а он уходил последним, но волна толкнула его лодку на камни и разбила ее. Теперь туземец не может добраться до ковчега, а ведь там его семья. Я должна придумать, как ему помочь». Так, хорошо, вернулись мы во времена всемирного потопа. Крюк. И все, да? Отлично. Можно попробовать использовать веревку, чтобы подтянуть бревно, но нужно за что-то зацепиться. Зерно. Может, птичку покормить в доме этим зерном? Так, давайте посмотрим призрачные объекты. Может, подтянуть бревно к этому берегу и сделать мост? Лодка старика разбита, теперь не сможет доплыть до ковчега. А, вот он. Вот он, призрачный объект. 33-40. Так, что имеем? Доски, медальон Рафаэля, линза, кристалл, крюк, зерно. Так, выйду-ка я отсюда. Попробую покормить птичку. Что-то мне подсказывает, что вот в этой... Так, выделяется зона для поиска предметов. Нажмите на такую зону.
Спасибо, но я как бы не в первый раз играю в эту игру. Хоп, и... Рубиновый глаз. Кстати, он, по-моему, с трости, да? Так, давайте сначала в поиск предметов заглянем. Так, ага, тут мы с вами будем сопоставлять объекты, да, то есть... Здесь у нас с вами указаны предметы, которые нужно соединить либо с его второй частью, ну, либо там с чем-то другим. Например, голова медведя соединяется явно вот с самим телом Мишки. Ну и все остальное в том же духе. Чашка и глаз нитка изумруд, крышка очки рыбка, ладья, наклейка монета. Наклейка с чем-то взрывоопасным, значит, куда-то на какую-то бочку взрывоопасную. Так, крышка, наверное, от кастрюли. Рыбку, наверное, в аквариум. Так, лупа, может, к ней очки? Нет. Так, ладья явно на доску шахматную. Так, чашка и глаз ниткой изумруд, очки, наклейка, монета. Что тут у нас? Ничего. Тут тоже ничего. Может, в корзине что-то есть? О, да! Точно, очки на свое место, футляр. А иголку? Катушки. Рубин также на браслет. Осталась наклейка, монета и чашка. Ну, здесь есть только монету вон к тем монетам. Отлично. Чашка и наклейка. Куда же наклейку применить? Нет, явно не здесь. Так. Чашку, наверное, на блюдце, да? Как... В предыдущей серии тоже там чашку на блюдце нужно было разместить. А наклейку со знаком «Огне опасно» не знаю, куда я, котятки. Может быть, на фляжку? Да, на фляжку. Там либо керосин, либо скипидар, что-то такое, либо бензин. Бензин. Отлично. Только пока не понимаю, куда мне он нужен будет. Так, глаз на трость. Кот. Что за кот? Куда, интересно? Это символы непонятные. Так. Окей, давайте прогуляемся по дому, потому что я уже просто не помню, что где находится. Так, здесь мы с вами должны собрать какие-то плитки, которых у меня пока нет. Так, отсюда мы с вами забрали... Какую-то жидкость зеленую, помните? Так, с него медальон мы сняли. Он нам пока больше не нужен. Пусть дальше отдыхает. Здесь либо кубики, либо еще понадобятся вот эти вот, я не знаю, фишки, шашки, как хочешь их назови. Здесь нужен рычаг, я помню. У меня сейчас ничего подобного нет. Так... Здесь мы тоже совсем повзаимодействовали. Здесь мне ничего не нужно, кроме вот этого вот. Здесь нужно будет поместить что-то в форме звезды. Опять же, у меня это отсутствует. Так, давайте на карту переместимся. К склону, чтобы далеко не идти. Так, давайте думать. Может, крюк веревки? Да, действительно, веревка с крюком. Сейчас давайте попробуем подтянуть. Отлично. И теперь можем дальше пройти. Вау, какое странное поле окружает эту модель планеты. Лучше не буду трогать его руками. Ничем другим ты не можешь его потрогать. Ветка. Ух ты, она сгорела. Да, ничем таким. Бензином давайте польем. Нет, конечно. Так, давайте поднимемся на гору. Так, что здесь есть? Ну, во-первых, призрачный объект вот здесь вот спрятан. Тут нужно расставить камни на свои места. Теперь петь не могу паутину. Нужно от нее как-нибудь избавиться. Бензином польем и подожжем. Нет, конечно. Так, что это такое? Дрова. Что, интересно, будем разжигать?
Так, это что такое? Я не знаю, что это за свечение вокруг планеты. Не буду его трогать руками. Боже, как их много тут. Так, что еще можем здесь делать? Так, тут паутину нужно убрать. Так, ладно, давайте заглянем внутрь. Ой, как темно. Тут точно чего-то не хватает. А я знаю, кристаллы, которые мне дал тот старик. Вау, что это? Кстати, вот он и призрачный объект. Пещера. Я все еще на земле? Откуда здесь все это? Люди не могли этого построить. Старик говорил о светлых. Те самые светлые? Высокоразвитая цивилизация, которая жила на Земле одновременно с первобытными людьми? Куда же они ушли? Да и что тут вообще происходит? Действительно, вот эта часть, дом тысячи дверей, змеиное пламя, она очень загадочная. Если в первой все было понятно, во второй приходилось как-то, вы знаете, догадываться, а в третьей части просто нужно въезжать. Я действительно не совсем понимаю, что происходит. Какой-то катаклизм на Земле, какие-то змеи, какие-то светлые. Мы бегаем по разным эпохам и разным мирам, что-то собираем. Непонятно для чего все это. Очень загадочная последняя часть. Третья часть, точнее, игры «Дом тысячи дверей». Есть еще, говорят, четвертая. Он там совершенно иной разработчик. Невероятно, люди бы этого точно не построили. Так, тут чего-то не хватает. Одна из шести кубик. Тут колбочка какая-то. Наги призвали на помощь четырех первородных змеев. Огненного Хтона, водяного Левиафана, воздушного Урея и земного Гносиса. С тем, чтобы разрушить последнюю обитель, где скрывались светлые учителя и наши предки. И только тогда, на краю гибели, наставники решили действовать иначе. Они создали машину, оружие против нагов и призванных ими монстров. Но светлые допустили ошибку, механизм не сработал. Единственной надеждой на спасение стал побег на планету Нибиру. К сожалению, людей светлые вывести не смогли. Они, значит, накосячили, они открыли эту огненную гиену, откуда выскочили эти наги и начали испепелять все на Земле. Нет, они, значит, все это заварили, а сами умчались на планету Нибиру, оставив людей в опасности. Карл, где справедливость? Вот скажите мне. Котятки, где справедливость? На Земле царили с первобытными людьми какие-то светлые, какая-то раса особая, которая натворила бед и просто куда-то улетела. Удивительно, но очень-очень похоже на российское правительство нынешних времен 2018 года. Скорее всего, так и будет. Натворят бел со страной и куда-нибудь умчатся на другую планету. Так, ну что? Что это такое? Какие-то кусочки. Здесь есть круглое углубление. Может, линзу сюда воткнуть? Нет, может быть, медальон? Тоже нет. Окей. Вау. Головоломка. Проведите сферу по каналу, не касаясь стенок. Используйте кнопки, чтобы задать направление движения шарика. Шарик начнет движение, когда будет заполнена вся шкала пути. Не понимаю. А тут дальше-то он же не пойдет. А, все, он тут остановился, да? Похоже на головоломку в «Неприятности в стране Оз». Помните, у меня там в одной из серий снеговик. Снеговика вот так же нужно было провести. Так. Отлично. Отлично, отлично. Хорошая головоломка. Там немного посложнее было в «Неприятности в стране Оз».
дух Рождества, неприятности в стране Оз. Здесь как-то вроде поспокойнее. Так, ладно, следующий экран. Вау! Что это такое? Что это? Какие-то каюты. Боже. Кстати, вот он и призрачный объект. Так, что? Куда? Куда двигаться? В какую сторону изначально? Ой, что это такое? Еще один кубик, кстати. В эту нишу был вставлен каменный цилиндр со светящимся символом. Все раздолбало, и теперь что-то нужно поставить сюда, да? Окей. Ого, это я не достану просто так. Может быть, растопить? А, вот, подождите, камень подсвечивается. В ледяную глыбу намертво вмерз какой-то предмет. Вот если бы получилось развести тут костер... Сейчас будет тебе костер. Отлично. Ключ-печать. Откуда? Знакомый символ. Откуда? Не отсюда? Нет. Нет, и не отсюда. Откуда? Что-то знакомое такое. Ладно. Потом разберемся. Еще вот здесь вот мы с вами не ходили. Ну-ка. Этот проход закрыт. Но в двери есть углубление необычной формы. Ничего подобного нет. Какая-то древняя раса, древняя цивилизация. Понастроила тут всего. Что это такое? Что это такое? Посмотрите, что-то левитирует, и тут есть какой-то змей. Осторожно. В большой зале, похожей на какой-то зал славы, я увидела змееголового монстра. Это же один из нагов. Похоже, он меня не заметил. Я должна быть осторожной. Класс, котятки. Древняя цивилизация. Наги. А я вижу здесь призрачный объект. 37 из 40. Три объекта еще, но что-то мне подсказывает, что не найду я три объекта. Так, левитирующий цилиндр. Там какая-то мозаика. Это же Наг. Один из древних монстров. Что он тут делает? Эти твари опасны. Нужно быть аккуратной, не попадаться ему на глаза. Когда-то тут был мост, но сейчас он разрушен. Нужно придумать, как перебраться через пропасть. А у меня есть доски. Так и переберемся. Так, давайте линзу заменим. У меня есть линза. Что это? Котятки. Голограмма. При помощи линзы, которую нашла в Древнем Риме, мне удалось активировать какую-то голограмму. Мне демонстрируется загадочный цилиндр с символом. Думаю, символ стоит запомнить. Да, какой-то домик. Так, хорошо. Наверное, так выглядели древние воины светлых. Какие гиганты. Так, ладно. Больше нам здесь делать нечего, да? Так, ну-ка подожди-ка еще раз. Вот это что такое на полу валяется? Не подбирается, да? Окей. Так, ладно, давай сюда заглянем. Эх, я надеялась, здесь будут светлые. Нет. А вот он и призрачный объект. Отлично. Помните, мы с вами видели эту картинку в дневнике? Ой, не в дневнике, а в одной из серий. По-моему, тут, да, тут не написывается, а в Древнем Риме. Да, в Древнем Риме было описание, что произошло. Что древние пустились, светлые, точнее, пустились в преисподнюю и выпустили зло. Вот оно, яйцо, откуда все и началось. Эх. Так, тут мы что-то будем где-то нажимать. По всей видимости, это кодовый замок. Мне нужен код. Да, скорее всего, это кодовый замок. Так, уходим отсюда. Судя по всему, хозяева этого места экспериментировали с гигантским яйцом. Так вот, как они выпустили зло на свободу, да? Эти светлые натворили дел и улетели. Здесь есть захват для круглого предмета. Нет, явно не для этого. Так, окей, запомнили. Что еще тут у нас есть с вами? Соберите из деталей машину. Ага. По силуэтам будем собирать машину. Ага. Ну, это мне напоминает первую часть «Дом тысячи дверей. Семейные тайны». Там мы собирали объекты в нескольких локациях. Это, по-моему, «Дом художника» и «Кровавая Мэри», да? Если не ошибаюсь, мы там все это собирали. Так.
Так. Не хочешь, что ли? Так, это вот отсюда. Так, дальше. Это что ли? Нет. Что это за деталь, интересно? Так. Господи, что это? Какая-то антенна. Что это такое? Что это? Ой, зачем я вышла? Подпространство. Я нашла устройство светлых, при помощи которого они переместили элемент Земли в подпространство. Устройство было разобрано на части. Когда я его собрала, то оказалось, что одной детали не хватает. Теперь мне нужно ее найти, иначе я никогда не достану четвертый артефакт. Здесь какой-то детали не хватает, что ли? Устройство все еще не работает. Здесь по-прежнему чего-то не хватает. Да, может быть, какого-то, я не знаю, фокусирующего кристалла, какого-то рычажка, какой-то кнопки. Мало ли чего здесь не хватает. Так, окей. Так, что имеем на данный момент? Ключ, печать, код. Код, кстати. Кстати, у меня же есть подсказка. Введите код правильно. Значит, нажимать будем, да? На то, что здесь изображено. А что не так? Так, так. Так, так, так. Нет. А, подождите. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вау! Охлаждающий газ? Для чего это? Охлаждающий газ. Я нашла баллон с охлаждающим газом. Он пригодится, если понадобится что-то заморозить. Пока на ум мне не приходит ничего, что можно было бы заморозить. Так, мы куда дальше можем продвинуться, да? Элемент был спрятан в подпространстве. Нужно его достать. Какой-то элемент. Так. Тут цилиндр со светящимся символом. Тут что-то вот такой необычной формы. Так, здесь цилиндрик. Здесь какое-то круглое что-то. Так, тут у нас что? Да, руками трогать нельзя. Паутину убрать даже нечем. Может, поджечь ее? Хо-хо! Что это ты раньше-то не додумалась? Нарды. А вот и нарды. Давайте в комнату переместимся. Я надеюсь, меня не заставят играть в нарды. Я не знаю правил. Давно я в нарды не играл. Наверное, уже и правила не вспомню. Нет, ну поместил я. Дальше что? Так, ну-ка, карта мне поможет. Основной зал. Что здесь я забыла сделать? Каменный цилиндр со светящимся символом. Нет. Что мне нужно сделать? Ну-ка, подсказка. Необычной формы. Так у меня... А, подождите, так оно сюда? Это вот этой формы, что ли? Вау! Вот это да! Ой, сразу вижу призрачный объект. 39 из 40. Ну все, один объект остался. Где-то я его пропустила. Либо в других мирах, либо внутри самого дома. Уже теперь это мне недоступно. Диск. Кажется, я поняла, что было изображено на голограмме Зала Славы. Похоже, это какой-то каменный диск, наверняка полезный. Но сейчас я не могу его достать. Он вставлен в колонну на большой высоте. Вот если бы колонну можно было бы опустить вниз. Так, давайте пошаримся здесь. Странное отверстие. Форма мне что-то напоминает. Она мне напоминает медальон Рафаэля. Чтобы устроить землетрясение или потоп, светлые использовали мощь элемента Земли. Поместив его в подпространство при помощи особого устройства, светлые оставили его там, чтобы сотрясать Землю до тех пор, пока вся она не будет затоплена. Избавляйтесь от людей, да?
Понятно. Вау. Что происходит? Предки, что это за устройство? Там отобразилась я, моя цепочка ДНК, фигурка человека и светлого. Похоже, машина сравнила мои гены с генами людей и светлых. Не могу поверить. Во мне течет кровь древних наставников. Да ладно, кровь древних наставников. Смотрите, что происходит. Действительно, гены сравниваются, смотри. Нашей главной героини Кейт Риддлтон и какой-то расы неземной. Светлые. Вау, класс. Вот это завернули, конечно, разработчики. Так, что здесь у нас? Кажется, здесь не хватает несколько фишек. Да, у меня только 4. Еще нужны фишки. Нету. Так, что тут? Вау. В мусоре может быть что-то интересное. Нужно попробовать поискать. А как это? Что я делаю? Что-то происходит. Ну что? Что-то сдвигается, что-то нет. Так. Какие-то черепки. А, да, их можно повторно двигать. Вот же, видите? Стороны раздвигать можно. Да, мы что-то должны найти с помощью вот этого перемещения. А что? Тут ничего нет. Еще дальше тебя можно отодвинуть? Ой, тебя, да, вообще далеко можно отодвинуть. Все это можно далеко, я так понимаю, отодвинуть, да? Да, посмотрите, вообще все можно к краям отодвинуть, ё-моё. Это тоже кусочек можно куда-нибудь задвинуть. Тут что такое? Это тоже давайте куда-нибудь отодвинем. Вот игры, они меня поражают своей удивительностью. Иногда там в сухих листьях, да, в горсти золы не может покопаться персонаж, потому что говорит, ой, я туда голыми руками не полезу. А вот здесь вот так вот опустить руки в какую-то мутную воду с непонятными предметами. Да пожалуйста, говорит, почему бы и нет? Я, говорит, готова. Парадокс, но почему-то так делают. Так, что это такое? Какой-то, смотрите, предмет. Я думаю, это рычаг от чего-то. Ну-ка. Сейчас все в другую кучу передвинем. Еще было бы можно, знаете, просто их вынимать и сбрасывать, я не знаю, в корзину. Тоже было бы интересной задумкой. Вот этот предмет. Рычаг от комода. Отлично, котятки. Ну нет, пока отсюда не уйду. Так, здесь еще один столбик нужен, как минимум. Понятно. Так, тут запомнили. Колонна состоит из множества каменных дисков, как будто их оставили в одном месте на хранение. Наверное. Так, все, здесь нам больше делать нечего. Идем в комнату Саймона. И посмотрим, что скрывал всю игру комод. Не поддается, наверное. Ящики должны быть открыты в другом порядке. А есть секрет. Как просто. Так, и? Тогда светлые приняли решение устроить потоп. Покрыть всю поверхность земли водой, а потом обречь этот мир на вечную зиму. Мудрецы надеялись, что холод остановит полчаса змееголовых тварей. Спрятав людей в убежищах, светлые обрушили на нагов силы природы, ураганы, землетрясения, извержения вулканов и, наконец, чудовищных размеров волну до самого неба. Потом перенесли оставшихся племенников на Нибиру, а людям завещали строить ковчеги.
Все равно несправедливо поступил светлый. Вот хоть что делай. Они поступили очень некрасиво и очень несправедливо. Натворили бед, попытались потом все это как-то, скажем так, скрыть, прикрыть, исправить так, что люди все равно остались в минусе. Ну, печально, что могу вам сказать. Так, для чего кубик ты сюда закинула? Неясно пока. Так, ну что? О, еще здесь же у нас с вами какие-то плитки будут, да? Ой, как много всего нам еще с вами предстоит сделать. Хорошо. Так. Давайте сразу с помощью карты переместимся вот сюда. О, я нашла столбик. Так, это мы читали. Столбик. Знаю, откуда он, знаю. Вот здесь вот еще у нас какой-то круглый предмет, о боже. Так, что теперь? Колонн стоит множество камней. И что? Чем мне это? Что мне это дало? О! Диск знаний. Ого, мне кажется, я знаю, куда его применить. Вот сюда. Вау! Наги. Необыкновенно воинственные существа, единственная цель которых есть уничтожение всего живого. Змеи рождаются практически неуязвимыми. Они не боятся ничего, и никакое оружие не может нанести их телу хоть какой-нибудь вред. И лишь холод – единственное средство, с помощью которого можно остановить этих монстров. При резком охлаждении Наг словно впадает в спячку, может замедлиться, ослабеть и даже потерять сознание. Но только на время. Кажется, я знаю, как мы того Нага... Что мы с ним сделаем? Заморозим. Холод. Оказывается, и у Нагов есть слабое место. Эти гадкие твари боятся холода. Теперь я знаю, как можно справиться с тем змееголовым монстром в зале славы. Где же взять холод? Где же взять холод? Интересно, где же? Прям я не знаю. У кого, интересно, в инвентаре лежит охлаждающий газ? М? Кейт. Пойдемте охлаждать Нагу. Бадабумс. Еще бы треснуть по нему сверху чем-нибудь, чтобы он раскололся на части, пока он... Статуя светлого что-то держит в руках, но не могу достать это слишком высоко. Отлично. Так, что тут? Ага, вот эти фишки-то нужны будут сюда. Явно, но их у меня нет. Стеклянный шар. Ага, вот он нам и дал с вами... Шар, который можно вставить в углубление. Вот сюда вот. Ну-ка, выходим. Давай, что дальше? Что это? Ой, еще и собрать его нужно. Ну, дают, конечно. Сфера. Соберите все фишки, которые затерялись в мусоре. Фишки. Опять мусор. Опять копаемся среди мусора. Вау, Кейт Риддлт у нас не боится испачкать свои прекрасные ручки. Хорошо, будем, значит, копаться в мусоре. Вот вижу. Сколько их всего-то? Хотя бы написали бы. 1, 2, 3, 5. Так, еще один вижу, да, замечательно. Двигаем к краю, чтобы нам не мешало. Так, за этой бумажкой нет ничего, ну-ка, проверим. Все, пусть в одной куче у нас с вами находится.
Так, давайте тоже все отодвигать будем сразу кучей. Так, за этим кусочком нет ничего? Нет, ничего. Отодвигайся, отодвигайся, иди туда, в общую кучу. С одной стороны на другую будем перемещать. О, еще одну нашли. Так, что тут? Давай-давай, выдвигайся и уходи. Уходи налево. Так, что тут? Двигаем, двигаем. Нету ничего. Интересно придумали, да? Так копаешься в грязном бассейне с каким-то хламом, что ты ищешь. Забавно. Вон там, видимо, да, видите, фишка спряталась. У меня даже уже рука активировалась, чтобы ее взять, хотя она еще не видна даже. Взяли. Молодцы. Так, под щитом ничего нет. Под этим обломком достали. Ну-ка, давайте вот эти куски сдвинем. Так, хорошо. Наведем тут чистоту, порядок. О, еще одна есть. Отлично. Сколько, интересно, еще тут фишек-то разбросали? Так. Двигайся, двигайся. Так, под этим маленьким кусочком ничего нет. Так, давайте вот эти сдвинем. Явно какая-то фишка будет на самом-самом дне. Так, зеленый. Еще сколько? Так, три зеленых, три синих. Может быть, еще два красных нужно? По логике, если думать. Нет, смотри-ка, голубые уже пошли, да, такие бирюзового цвета. Любопытно. Так, продолжаем расчищать. Что, рука у нас не двигается, что ли? Нет, двигается. Переходи на эту сторону. Так, убираем. Так, что еще тут у нас двигается? О, вот эта большая куча двигается. Давайте тоже сдвинем. Так, тут что? Под этой грудой мусора. Есть что-нибудь, может, под этим обломком? Нет. Так, тут что двигается у нас? Вот эта большая кучка, да, осталась? Может быть, там что-то? Сейчас посмотрим. Так, ну тут уже точно ничего нет, можно не трогать. Что тут еще? Вот эти камушки остались. Угу, сразу две фишки здесь, отлично. Так, до конца отодвинем. Так, под этим камушком ничего нет. Там медленно двигается камень один, прям раздражает. Так, ну что осталось? Тут обломок и вот этот большой камень. Все. Собрали с вами, да? Ну, больше ничего там, да, покопаться не можем. Собираем фишки. Ой, так много нам где все это было нужно. Давайте я по подсказке буду ориентироваться. Инкубатор архивы. Нет, в инкубатор, скорее всего, да? Нет, а почему в инкубатор я решила? Здесь какой-то круглый предмет. А-а-а. Вау. Что это такое? Это крепление для чего-то прямоугольного. Так, ну пока у меня ничего нет, значит, идем с вами в архивы. Так, я так понимаю, нужно переместить каждый в свою стихию. Сюда красные. Сюда зеленые, сюда голубые, сюда бирюзовые. Огонь, земля, воздух, вода. Перемещая фишки по свободным слотам, расставьте их таким образом, чтобы цвет фишек соответствовал цвету их области размещения. Как перемещаются только на соседние? Только так, да, я так понимаю?
Понятно. Зато смотрите, они сразу далеко скачут. Отлично. Мне это подходит, да. Здорово, когда так далеко скачут они. Это вообще божественно. Надо каждый раз по одному нажимать. Так, ты сдвинься сюда. Ты сюда. Ты сюда. Голубую бы вот отсюда выгнать. Не нужна она там совсем. Так, ты помещаешься вот сюда. Ты вот сюда. Ты на свое место. Отлично. Ты вот сюда. Ты вот сюда. Ты вот сюда. Зелененькая на свое место встанет. И останется две синенькие. Супер! Что это? Стеклянная табличка. Видимо, ее в инкубатор, туда, где я требовалась прямоугольное, да, что-то сюда. Вау, 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 что происходит? Что это? Схема пятого элемента. Стеклянная табличка. Я нашла странное устройство. Когда его удалось включить, оно показало голограмму той самой машины из дома тысячи дверей, что стоит на крыше башни. Голограмма продемонстрировала красный индикатор на центральном обелиске машины. Что же это значит? Устройство недостает какого-то элемента? Что за чудо? На стеклянной табличке появилось изображение какого-то артефакта. Нужно показать ее Рафаэлю. Схема пятого элемента. Обалдеть. Что бы все это значило, котятки? Так, идем в комнату Саймона. Ой. Нужно показать Сэмми стеклянную табличку. Кейт, я тебя уже заждался. Представляешь, Рафаэль говорил и со мной. Он попросил, чтобы ты оставила стеклянную табличку на этом месте. А еще попросил найти лестницу и сказал, что тебе она обязательно пригодится. Ты должна достать перчатку доспеха Светлого. Только ее металл стоит перед полем, окружающим планету у статуи в руках. Так сказал Рафаэль. Надеюсь, у тебя все получится. Лестница. Окей. Боже, для чего мне все эти предметы надавали? Вообще не пойму. Перчатка. Когда я вернулась в дом, чтобы попробовать поговорить с Рафаэлем, меня встретил Сэмми. Он сказал, что Рафаэль поговорил и с ним тоже. Наш пришелец сообщил, что я смогу оставить табличку у Сэмми, а сама должна взять лестницу, которую передаст мне юный изобретатель. Она мне понадобится для того, чтобы достать перчатку доспеха Светлого. Только ее металл устоит перед полем, окружающим планеты у статуи в руках. Так, я согласна, но что мне с этим делать? Куда мне эту лестницу нужно будет присобачить? Вот сюда, что ли? О, действительно. Вау. Перчатка Светлого. Ну, ничего себе. Там еще ведь какая-то головоломка, кстати. Да. Везде головоломки. И в доме еще есть головоломка. Обалдеть. Перчатка Светлого. Что, мы сейчас все сферы будем собирать? Которые вот здесь вот. Модель планеты Нибиру. Отлично. Модель планеты Земля. Так, куда мне их? О боже, поиск предметов активировался. Кстати, это уже еще тоже чего-то там должно произойти. Может быть, ему на руки поместить эти планеты. Так, ну давайте займемся поиском предметов. Если нам предлагает его игра, то мы должны это сделать. Итак, ананас, подсолнух, гусь, ботинок, лодка, часы помечены красным, сыр, катушка, знак. Какой знак? Лимон, маска, самолетик, кукуруза, виноград, шляпа. Так.
ананас, подсолнух, гусь, ботинок, лодка, сыр, катушка, лимон, маска, самолетик, кукуруза, виноград, шляпа. Окей, что вижу? Подсолнух, ананас, маску, шляпу. Гусь, ботинок, лодка, сыр, катушка, лимон. Так, лимон с сыром тоже рядом находится. Гусь, ботинок, лодка, катушка, самолетик, кукуруза, виноград. Это, наверное, виноград, да, действительно. Гусь, ботинок, лодка, катушка, самолетик, кукуруза. Так, давайте внутрь, что ли, заглянем. Что это такое? О, знак. Знак мухи. А вот он и гусь. А вот и самолетик, кстати. Ботинок, лодка, катушка, кукуруза. Ну, здесь больше ничего нет. Здесь яблоки. А, катушка еще здесь. Какой-то шланг, яблоки, патиссон, морковь, фигурки, куколки. Кукуруза, ботинок, лодка. Ботинок вижу. Кукурузу вижу. Что это такое? А что это такое? Что я взяла в руки? Может быть, на часы? Да, действительно, на часы. Так, осталось нам с вами найти лодку. А, вот она, посмотрите, какая огромная. Ее очень сложно не заметить. Лодка. Кстати, может, ее старику отдать? Здесь чего-то не хватает. Может быть, моделей? Что, это не разбилось, а это разбилось. Кубик. 5 из 6. Понятно. Так, давайте лодку отдадим тому старцу, чтобы он смог уплыть. Он явно даст еще один кубик. Ну, по логике. Воистину ты богиня. Теперь я смогу добраться до ковчега. Я отдам тебе камни. Много лет назад один из небожителей передал моему предку эти артефакты и завещал хранить их. Вот уже несколько поколений они передаются от отца к сыну. Бери их. Эти камни приносят удачу. Ага, кусочки мозаики. Нет, я думала, он даст мне кубики, но... Он дал мне кусочки мозаики. Я знаю, куда это применить. Это в доме, в коридорчике. Сейчас, сейчас, все будет. Вот здесь вот. Так, что на этот раз нам предложит игра? Переставляя плитки, восстановите рисунки со змеями. Я их, так понимаю, еще и местами нужно поменять. Да? А, они только рядом перемещаются. Окей. Так, это точно отсюда. Угу. Это откуда может быть? Угу. Вот это отсюда. Так, одну собрали. Отлично. Начнем следующую собирать. Так, у нее здесь, да, вот сюда. Точно. Здесь что-то вот такое. Да. Супер. Так, ты где будешь, интересно? Где будет голова? Да, голова будет здесь, собственно говоря. Так, это сюда, наверное? Нет, вот сюда, может быть. Хотя нет, здесь что-то такое запутанное. Вот это, наверное, да. Так, это хвост. Значит, вот так. Нет, хвост не здесь. Здесь будет вот так вот. Супер! Так, а где твоя голова будет? Наверное, тоже где-то здесь. Угу, это очевидно. Так.
Не сюда? Нет. И не так. Может быть, вот так? Да. Супер! Котятки, обалденная головоломка. Вот она шестая. Шестая фишечка, шестой кубичек. Так, ну давайте. Что тут? Расставьте кубики по цветам в соответствии с подсказкой на рамке. Здесь красный, да? Угу. Красные, желтые. Здесь все зеленые должны быть. Здесь опять все красные должны быть. Только как-то это нужно будет организовать. Так. Желтый, зеленый с красным мне нужно поменять. Что-то я сейчас не соображу, как это сделать. Так, сюда. Нет, это мы не трогаем, нельзя. Как же их сделать друг над дружкой? А, вот так вот. Отлично. Деталь машины. Ага, последняя деталь, которую нам нужно будет установить, да? На машину. Только где она находится, я уже не помню. Нет, не тут. Ну, давай. Да, ее интересно. Вау. И... Что это такое? Последний элемент. Элемент земли. Да. Все элементы собраны. Земля. У меня все получилось. Я починил это устройство и вытащил элемент земли из-под пространства. Теперь наша планета спасена. Осталось совсем чуть-чуть. Нужно всего лишь вставить последний артефакт в машину на вершине башни. Да. Элемент земли сейчас будет установлен на вершине башни. И Kate, мы почти справились. Ты сделала все, что нужно. И даже больше. На этой стекленной табличке ответ на многие вопросы. Изображение главного элемента, который заставит машину работать в полную силу. Это элемент света. Но чтобы его получить, тебе придется отправиться на мою родную планету Нибиру. У подножия башни есть статуя наставника. Установи на ее ладони модели планет, и ты откроешь проход. Возьми вот это. Уверен, ты знаешь, что с этим делать. Стеклянная табличка с изображением. Звезда. Боже мой. Свет. На вершине башни меня встретил Рафаэль. Он проснулся, и с ним все в порядке. Он изучил ту стеклянную пластинку, которую оставляла Сэмми. Оказывается, это схема для создания еще одного элемента. Именно его не хватало для того, чтобы машина его предка заработала в полную силу, когда ее запускали в первый раз. Рафаэль сказал, что теперь должна отправиться на Нибиру. Это та самая планета, куда ушли светлые. Попасть туда можно из дома тысячи дверей. Возле башни стоит статуя светлого. Если в ее ладонях разместить особые модели планет Земли и Нибиру, то откроется портал. Ну, я уже размещала планету Земля и Нибиру. Почему-то там Нибиру, да, по-моему, взорвалась. Нам досталась фишка. Поэтому не точно. Все, что он говорит, это не точно.
Так. Элемент земли. Угу. Звезда. Солнце. Что тут нужно сделать? Что еще нужно? Что еще хочешь? Ладно. Уходим отсюда. Так, что тогда? Это что ли? Нет, ну явно же там стеклянная табличка с изображением чего-то. Ну. В комнате? Точно! Ой, забыла совсем. Так, головоломка явно. Расставьте все фишки по своим местам. А как я узнаю, что они стоят на... Понятно. Понятно. Угу, все поняла. Так, тут какой цвет-то был? А, все уже встало, да, на свои места? Нет. Тут какой цвет был? Вон тот. Как-то нужно тебя сюда перегнать сейчас. Так, а, так ты не сдвинешься. Да, логично, что так он не сдвинется. Так, ага, сейчас тут надо будет поменять местами, да? Что-то мудрю я, что-то мудрю, котятки. Чересчур уж. Угу. А как сюда его поместить теперь? Задачка не из простых. Опять все сдвигать. Так. Это так у нас двигается здесь. Ну, можно, конечно, вот так их покрутить между собой. Но это, опять же, ни к чему хорошему не приведет. А если пока на время вот так вот сделать? А потом вот так вот. Отлично! Что это? Положение нарт. Ну да. Наконец ты пришла в себя. Рад вновь приветствовать тебя в доме тысячи дверей. Так, ну это мне не нужно. Это мы уже с вами читали. Так, положение нарт. Отлично. Не заставят нас играть. Просто необходимо будет их разместить в правильном последовательности. Так, что тут? 5, 3, 2, 5. Что? Я не знаю, как они ходят и как их двигать. 5, 3, 2. Так, по-моему, да? Да, сюда 5. 5, 3, 2. 5, 3, 3. Сюда же, по-моему. А, нет, на самую последнюю. На самую последнюю, самую верхнюю, самую крайнюю. Ага. Три. Пять. Три, пять.
Так. Ага, на вторую. Отлично. Модель планеты Нибиру. А, там не была модель планеты Нибиру, видимо. Прошли века. Вода исцелила раны, стерла с поверхности Земли следы былых сражений. Мир восстал из пепла, и уже никто не помнит про светлых. Но сами учителя всегда тосковали о голубой планете и своих подопечных. Поэтому несколько нибирцев решило вернуться на родную планету. Втайне они построили несокрушимую обитель, способную принять любую форму и перенестись через пространство и время. Прежде обителью был зиккурат вавилонских звездочетов, потом храм небесных жрецов Нила. Наконец, замок премудрых паладинов. Обитель меняла очертания тысячу раз, чтобы стать тем самым домом тысячи дверей. Домом, в котором и сейчас живут его строители, с Нибиру. Да ладно! Тайна дома тысячи дверей раскрыта. В ней живут светлые, в этом доме, которые натворили кучу дел, попытались все исправить, а потом вернулись, не смогли жить без нашей планеты. Это все наши знакомые. Вот так вот, котятки, вот так вот, такая вот, такие вот тайные, неожиданные повороты хранит в себе игра «Дом тысячи дверей». Просто действительно очень круто. Так. Ого. Куда ведет этот портал? Что это такое? Кто это такой? Приветствую тебя, дитя голубой планеты. Уверен, у тебя накопилось множество вопросов, но тебе придется потерпеть всему свое время. Не забывай, главное сейчас спасти твой мир. Я вижу, что вы с Рафаэлем справились, стеклянной табличкой, которой ты принесла инструкции для этой машины. С помощью этого образца ты изготовишь последний недостающий элемент света. Поспеши, Кейт. Останови змееголовых. А потом возвращайся, нам предстоит о многом поговорить. Ведь в тебе течет кровь светлых. Да, действительно, вам очень многое придется мне объяснить вообще, что все это происходило, откуда во мне кровь светлых и всякие прочие остальные вещи. Так, что здесь есть, с чем можем взаимодействовать? Только с этой машиной, да? Нибиру. Планета, куда ушли светлые. Как же тут красиво. У меня странное ощущение, что я наконец-то попала домой. Так, что у нас с вами? Призрачных объектов найдено 39 из 40, но я что-то не думаю, что у нас с вами спрятали на этой маленькой локации один объект. Вот честно, что-то мне подсказывает, что нет. Прошляпила я его намного раньше, где-то в других локациях. Я, конечно, понажимаю сейчас. Нет, где-то я пропустил его в самом начале, либо в каких-то локациях сторонних. Нужно установить сюда пластину с изображением элемента света. Отлично, элемент света готов. Да, красиво все это выглядит, конечно. Какие-то огромные башни. Но нет, они не меняют свою форму. Скрытого призрачного объекта я здесь не вижу. Было бы прикольно, если бы они его сюда добавили. Все-таки он последний. И это последняя локация в данной вообще в игре. Я так понимаю. Ну, помимо, да, бонусной части. И почему-то действительно ничего сюда не поместили. Нибиру, планету, куда ушли светлые. Как же тут красиво. Ну, это она повторяется. Да, призрачного объекта нет. Жалко. Всего... один объект я пропустила. Один. Один единственный. Эх, так. Ну что, идем с вами на чердак. Вот он момент истины. Вот он. Великолепно. Сейчас он нас всех пожрет, я так понимаю.
Вау. Масштабно, масштабно. Все? Планета спасена? Да, котятки мои, да. Основная игра пройдена, теперь вы можете пройти бонусный уровень. Окей, спасибо. Пройдем, но в следующем видео... А игра «Дом тысячи дверей, змеиное пламя» нам покорилась. Мы прошли ее полностью. Мы спасли этот мир от змееголовых. Я нас с вами поздравляю. Впечатлила меня игра «Дом тысячи дверей, змеиное пламя». Достаточно увлекательно, интересно. Вот эти задумки с перемещением во времени, они просто потрясают. Даже какие-то жуткие моменты были, помните, да, там труп вывалился из стены. Поэтому что я вам могу сказать, котятки? Качать, устанавливать и играть всем однозначно. Видео прохождение по данной игре теперь у вас есть. Знаете, где что, какие головоломки вас ждут. Можете теперь попробовать свои силы в прохождении игры «Дом тысячи дверей, змеиное пламя. Основная часть». А я с вами прощаюсь до следующего видео, до прохождения бонусной части. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить видео, когда оно выйдет на моем канале. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень приятно. А с вами была Флэффи Китти. До новых встреч. Смотрите только полезные и качественные видео. Всем пока-пока. Всем мяу.